Я говорю, что нужно напрягаться, чтобы что-то было. Если человек хочет к чему-то прийти, и он не напрягается, то результата не будет никогда. Картинка это как бы из этой серии, то есть я вообще не собирался рисовать этого, я так думал, набросал там что-то карандашом, вот так акварельная бумага, и я начал гелевой ручкой что-то пробовать, и она немножко такая была, ну в общем что-то такое нашлось, какая-то техника появилась, и я решил, что надо до конца сделать, нарисовать что-то прям немножко с дефектом ручки, вот. И я воспользовался, и вот как бы дефект такие дает результат. Поэтому как бы не бойтесь трудностей, это хорошо, и дефекты зачастую это помощь. Ну как-то так.